Хотел квартиру купить, жениться, очистить послужной досье. Я в психиатрической больнице 2 раза лежал. Говорят, что списывают это все. И можно устроиться на более хорошую работу. Собирался идти заработать на квартиру, но не убивать. Убивать я не собирался. Военкомат пришел и спросил, можно ли чем-то помочь там войскам, не знаю, там копать там что-то, помогать. Мне сказали, что можно. И все. В течение 2 дней он сказал, все решится, все будет хорошо, все. На передовую не пошлют. Может, если пошлют, то вообще в крайнем случае. Тоже там, как бы, если в медицине обучишься, то будешь помогать людям. Раненых там носить и все такое. Задача в этом задании была дойти до блиндажа, где нас встретят, так сказать, те, кто уже тут 2-3 дня пробыл и знают обстановку, направление. Мы дождемся радиоподтверждения и должны какой-то промежуток времени начать штурм с 200-ми. Ну, каких-то бросают. Я в основном слышал, что так оставляют. Редко которых получается забрать. Просто посылают туда, не зная наверняка точной обстановки, и поэтому погибают люди. Вы аккуратнее воюете, меньше рискуете своим личным составом. Африканцы, камерунцы, 4 человека их там было. Один по-русски говорит хорошо. Индусы, ничего понятного. Вроде как по-русски никто там не говорит так, если только что выучили за это время обучения. Здрасте. И все. Понимал, что не то что-то происходит. Ну, чтобы прямо так там не ощущал себя. Прошу прощения украинского народа за то, что вступил на вашу территорию с дурными, не знаю, как намерениями. То, что плохо о вас думал,